Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас будет с вами распаковка альбомчика The Boy G Fantasy, часть первая, Рождество в августе, Christmas in August. Ничего страшного, что сейчас ноябрь, и что настоящее Рождество уже почти, ну вот, когда-нибудь будет. Я его получила только что и была крайне удивлена его размером. Он почти что с мою ладонь, ну, больше, да. И я крайне удивлена вот этому, потому что, скорее всего, вот эта фотобука, это просто диск. Я не смотрела ни разу распаковку, потому что в целом не особо уже увлечена данной группой и купила этот альбом чисто из-за того, что в превью, ну, я видела, какие там фотографии должны быть, я подумала... Да, в общем, я заказывала альбом одна, но все-таки у меня на подборе было две карты. У меня здесь карта от Make Star. И там в подборе была карта Хёнджэ и карта Юнхуна. И я подумала, что вообще-то Хёнджэ мне уже когда-то был. Я поэтому выбрала Юнхуна. И у него еще здесь такая прикольная карточка. Такая необычная, не просто селфи, а через зеркало. Вот такая вот здесь коробочка. Она матовая, но на ней есть вот такие вот элементы с блестками и надпись. Они такие впуклые. В общем, прикольно. И надпись еще голографическая, но на камере этого не видно. Так. И сзади у нас вот такая вот картинка. Кстати, клип на Lip Gloss мне прям понравился именно с визуальной точки зрения. Он такой прям яркий, интересный, прикольный, да. И здесь также на машинке написано Lip Gloss, потому что это, наверное, кадр как раз-таки из этого клипа. И, в принципе, Lip Gloss, клип и парочку выступлений на музыкальных шоу — это единственное, что я смотрела целенаправленно. Потому что сам альбом я послушала буквально только что. Прежде чем сесть записывать видеоролик, я решила, ну, надо послушать. И поняла, что на рандоме уже у меня когда-то включалась пара песен, но поговорим о них чуть позже, давайте я все достану. Сверху как раз-таки написаны названия треков. Вау, здесь вот написано второй альбом, парт первая. По сути, как я понимаю, у них выйдет несколько частей, которые все вместе сложатся и получится альбом. Но вот конкретно вот это издание, оно само по себе является как мини-альбомом, по идее, потому что, по-моему, 6 треков, да, вообще ни о чем. И как раз-таки сейчас у них уже выходят тизеры для следующей части. Блин, тут тоже такая голографическая наклеечка. Но это просто кейс для диска, который были у меня в детстве. В них либо фильмы были, либо игры, даже музыка, караоке. Вот диск с караоке был. Не, ну один в один. Я что, в детстве? Как видите, я здесь все такое подобрала. Типа у нас с вами уже Новый год. И сейчас будем смотреть фотобук. Прям приятный цвет. Бумага такая обычная, гладкая, прикольно. И здесь у нас фотографии в воде, не знаю. Вот, так, начинаем с Юнхуна, Ханён. Тут немножко, получается, по 4 фотографии, наверное, на мембера будет. Джуён. Вот эти прикольные вставочки с типа полароидами. Но есть что-то такое в том, что он небольшого формата, хотя фотобук, может быть, можно было и потолще чуть-чуть сделать, но именно сам размер такой хороший, удобный. Почему я... Почему карты здесь лежат? Я уже увидела. Почему же я купила этот альбом? Имела некоторые... желание. Хотя мне понравились все три концепта данного альбома, потому что они действительно очень красивые и яркие.
Конечно, если бы я, знаете, была обеспеченной, могла вот так вот сорить деньгами, я бы купила все три версии, несмотря на то, что практически не слежу за группой. Концепты реально красивые, классные. И они все на природе, а я так люблю концепты на природе, фотографии на природе, когда все так красиво, ярко. В общем, с визуальной точки зрения альбом мне прямо нравится. Ну, я не знаю, ну давайте поговорим про песни. В целом альбом похож, вот прям ты его слушаешь, понимаешь, ну да, это песни Da Boy. О, а тут даже есть смена такого концепта, не знаю, в общем, тут они уже одеты. Я не помню название песен. Так, Sleep Gloss, все понятно, мне прям понравилось, и вот прям сам клип очень красивый и интересный. Мне клип, может быть, даже больше, чем песня понравилась. Так, вторая песня Passion Fruit, это там у нас не все участники. Вау, какие прикольные вот эти вот фоточки. И вот эти, да. А там только 5 человек. В целом звучит хорошо. Lighthouse и... Мне меньше всего, мне кажется, понравилось. Больше всего мне понравилось Fantasize и Fire Eyes. А Fairy Tale тоже так... Выше, чем Lighthouse, но пониже, чем вот те, которые я сказала. Ну, тут как все красиво. Ну, вот сейчас вот уже ноябрь. Там на улице слякоть. То дождь, то снег, то грязь. А тут как все красиво. И прям как будто бы снова в лето хочется. Как ярко. Вау, очень красиво. И тут еще не просто белый фон, а пальмы и небо. Но это... Я люблю такое. Да. Вот такие фотки, как будто бы уже прям закадровые здесь. А, это конец был. Так, да, здесь дальше тексты песен с кредитами. И я что заметила, что они содержат мало корейских слов. Мне вот прям бросается в глаза, что здесь очень много именно английского, мало корейских каких-то слов. Это вообще такая прям коротенькая по лирике фантазайз. Но, блин, мне так нравится это оформление. Здесь все такое зелененькое. Я просто люблю зеленый цвет. Преимущественно, конечно, более вот такой, елово, да, но и вообще в целом я прям люблю зеленый, так что мне очень нравится данный фотобук, он еще и на улице, так что я ни в коем случае не жалею, что купила данный альбом, мне прям нравится. И здесь у нас общая фотография, потому что там, по-моему, не было ни одной общей фотки, не заметила. Так, да, вот тут общая фотография. О, здесь еще куча всего. Так, это попозже посмотрим. Блин, ну есть в этом что-то. Блин, прикольно. Я в детстве, все. Нужно на центр нажать, чтобы диск вытащился. Давайте посмотрим, какое здесь наполнение еще. Ого! Вау! Это очень круто. Здесь скрепочка в виде пальмы, и она такая бензинового оттенка. Так, я не знаю, что здесь, но здесь прям такой плотненький конвертик. Ладно, давайте смотреть. Я когда покупала, я даже не смотрела, что внутри. Вот настолько мне было как будто бы без разницы. Здесь карта. Ой, нет, это не карта. Это снимочки такие. Вау, как мило. У меня здесь вот такой вот Чанмин. Тут еще немножечко кусочек Кевина видно. Вот такой вот Чанмин. С обратной стороны. Второй у меня Сану. Вот. Закладка. Блин, закладка это здорово. Я когда читать буду, если не забуду, возьму с собой вот эту закладку. Он такая милая. Здесь все такое. Фотография. Джейкоб и Ханён. Блин, я сейчас перевешу. У меня как раз-таки на стене висят фотки из альбома, который я покупала. Для меня мой предыдущий альбом Da Boy был альбом Be Aware, у которого заглавка Whisper. У меня оттуда тоже есть две открытки. Джейкоб и
Чанхи, и они у меня висят на вот там на стене. Я теперь, наверное, поменяю их и повешу вот эти две открытки. Как здорово. Так, сейчас с фокусом покажу. Вот такой вот Джейкоб в водичке, блин, какой красивый цвет. И задник такой неинтересный. И из второго концепта, это получается первый концепт, и второй концепт здесь Ханён. Блин, очень красиво. Так, все, да, здесь это все, что было здесь. Блин, очень, очень здорово. Мне так нравится эта скрепочка. Я прямо, ну, я буду ее юзать где-нибудь, не знаю, правда, где. Но это очень красиво. Так, что еще там было? Ого, это наклейки! Какие красивые. Так, здесь написано название Fantasy, Christmas in August, Lip Gloss. А, название песен получается полностью. И они такие... О-о-о. Вау. Очень красиво. Так, вот такая штучка у меня. Чё это? Здесь общая фотография. Точно такая же, как и на кейсе для диска. С легким голографическим эффектом. И сзади... А, это тикет, видимо, какой-то. Сейчас я прочитаю. Christmas in August, релиз 7 августа, каст Дабоджи, специальные благодарности Добби, кредиты, также какой-то текст написан на корейском и еще что-то. Да, я думаю, это больше похоже на какой-то тикет. I'll be your secret Santa. Вау, ну блин, реально, скоро Новый год. Я как раз хочу поучаствовать в каких-нибудь тайных Сантах. Ну это так, я к слову. И здесь то же самое изображение. А, нет, изображение другое. Кстати, у Дабоджи всегда много всякого картона. И у нас здесь еще две карты, одну из которых я запалила. Задники разные, они без подписи, поэтому могу вам их показать. Один такой зелененький, а второй голубенький. Вот эту карту я себе запалила, поэтому давайте посмотрим сначала вот эту. И здесь у меня... Кевин! Наконец-то! Это моя первая карта Кевина. Вроде да. Мне нравится Кевин. И вот эта карта, которую я себе запалила. Помните, сейчас в самом начале я сказала, что я не хочу карты Хёнджи. Карта Хёнджи. Что ты сказала, не хочешь? На-на-на, получай. Он здесь на фоне вещей каких-то фоткается. Прикольно. Смотрите, здесь все зеленое, как я и люблю. Так, и карта Юнгхуна у меня. Вот так вот. Такие вот у меня сегодня мальчики собрались. Просто мне захотелось купить данный альбом, и я в целом не могу сказать, что разочарована, хотя, конечно... А кто у меня Бёс? Если бы я знала, кто у меня Бёс. Но мне нравится Джуён и Санён. Вот, я считаю, скорее, вот их своими Бёсами Дабоджи, но мне еще нравится Кевин, и хорошо, что он мне выпал, потому что это моя первая карта Кевина. Хёнджи и Юнхун — это мои... Бывают у меня частые гости. Еще мне вот нравится вот эта открытка Джейкоба, тоже классная. И вот эти штучки. Не знаю, как я все это буду располагать в своих биндерах. Ой, ну какая скрепочка милая просто. Так, да. И думаю, на этом можно завершать данный видеоролик. Если вам понравился, можете поставить ему пальчик вверх и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео и распаковки. Также можете подписаться на мой телеграм-канал. И до новых встреч! Пока-пока!